Дорогие наши любимые выпускники стоматологического факультета 2020 года, сегодня для нас, для деканата, достаточно грустный день, потому что сегодня мы расстаемся с вами такими родными, ставшими нам за 5 лет, и полюбившимися. Но, конечно, мы разделяем вашу радость, потому что такой праздник бывает один раз в жизни. И, конечно, сегодня я хочу поздравить вас, а в первую очередь ваших родных и близких, которые все эти 5 лет делили с вами все тяготы учебы в нашем университете. Поэтому, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры, тети, дяди наших выпускников, я искренне вас поздравляю. Особенно тех, чьи дети стали продолжателями семейных династий. И я искренне желаю, чтобы эти династии продолжались еще многие-многие годы. Ну а теперь обращаюсь к вам, дорогие выпускники. Год этот выдался очень непростой. И это, пожалуй, самый необычный выпуск в истории за многие десятилетия жизни нашего университета. И вам было всем очень непросто. Но вы все большие молодцы, вы преодолели все эти трудности. Этот год как никогда показал, насколько важную и святую профессию вы выбрали. И сегодня вы становитесь членами большой нашей врачебной семьи. Я искренне желаю вам, чтобы вы прошли свой профессиональный путь с гордо поднятой головой, чтобы вы все стали блестящими профессионалами своего дела. Представьте, что сейчас вы находитесь на первой ступеньке лестницы, и каждый год, каждый день вы будете идти по этой лестнице вверх. Так вот, я хочу вам пожелать, чтобы ступеньки на этой лестнице были бесконечны, сколько бы у каждого из вас этих ступенек не было, чтобы идти по этой лестнице вам было легко, и чтобы все задачи, которые вы перед собой ставите, вы смогли реализовать. Для того, чтобы вам было легко в вашей профессии, вы должны быть счастливы в жизни. И поэтому я искренне желаю вам, чтобы у всех были у вас крепкие, мирные, дружные семьи, чтобы в них царила любовь, чтобы в семьях слышались голоса детей, и чтобы вы все жили очень-очень дружно. Я вам желаю счастья, мира, здоровья, и очень вас всех люблю. Поздравляю вас с выпуском, поздравляю вас с получением диплома. Виват Первый Мед, виват Стомат-факультет, выпуск 2020.